то, что присоединился к нам. Давай начнем. Сегодня нам нужно поговорить о паре вещей. Речь идет об аресте репортера газеты Wall Street Journal или человека, выдающего себя за репортера газеты Wall Street Journal Ивана Гершковича, российскими сотрудниками службы безопасности с военными планами в руках. Но прежде чем мы перейдем к этому вопросу, я хочу поговорить с тобой о самых горячих событиях этой недели, а именно об утечке документов брифинга Пентагона в прошлый вторник, а затем еще об одной утечке в пятницу. Каково твое мнение о том, как нечто подобное может стать достоянием общественности? А веришь ли ты в то, что это подлинные правительственные документы? Я начну с того, что я верю в то, что это подлинные правительственные документы. Я знаком с классификационными пометками на документах, я изучил эти документы, и у меня нет никаких оснований полагать, что содержание этих документов в целом соответствует оригиналу. Есть некоторые предположения относительно того, что некоторые данные могли быть изменены в какой-то момент времени в связи с цифрами жертв, но, на мой взгляд, это то, чем они кажутся. Очень строго засекреченные, очень конфиденциальные информационные документы, подготовленные штабом Объединенного комитета начальников штабов для использования Марком Майли. Я председатель Объединенного комитета начальников штабов. Как же они могли попасть на общедоступные веб-сайты? Как же человеческое существо могло добиться такого успеха? Все выглядит так, словно их сложили и тайком вынесли из зала брифингов. Эти документы должны были храниться очень тщательно. Было бы подготовлено ограниченное количество таких документов, и все они должны были быть учтены. Так что кто-то, очевидно, вместо того, чтобы уничтожить свою копию или ее копию, вытащил их и унес с собой, а затем сфотографировал документы, и они нашли свое место в интернете. Как ты думаешь, прежде чем мы перейдем к тому, что они раскрывают, придаете ли вы достоверность откровениям, содержащимся в этих документах? Я думаю, что я всегда говорю это так. Во-первых, я занимаюсь разведывательным бизнесом, и только потому, что в документе есть совершенно секретное кодовое слово. Это еще не значит, что его содержание чего-то стоит. Это все еще аналитический анализ, это все еще разведывательная информация. Это несовершенное искусство. И поэтому тот факт, что документы засекречены, вовсе не означает, что содержащаяся в них информация является точной или достоверной. Так вот, я действительно считаю, что информация, содержащаяся в этих документах, была собрана для того, чтобы проинформировать председателя Объединенного комитета начальников штабов. Так что, среди прочих откровений, в этом документе есть и то, о чем вы говорили. Я точно не знаю. Я не помню, пользовались ли вы этими цифрами или нет. Цифры просто поражают воображение. А вот и соотношение убитых к убитым 7 к 1. Насколько я понимаю, это будет означать, что русские убивают 7 украинских солдат или военнослужащих на каждого убитого украинцами россиянина. Если это число соответствует действительности, произведите подсчеты. Как долго еще это может продолжаться? Соотношение числа убитых 7 к 1 — это неприемлемое соотношение числа убитых, особенно если оно равно 7 для страны с меньшим населением и меньшей оборонной базой. Россия — более крупная страна, располагающая большими мощностями по производству оборонной продукции. Таким образом, соотношение убийств 7 к 1, когда русские убивают 7 украинцев на одного русского, является просто неприемлемым соотношением. Эта война не может длиться долго. Я имею в виду, что это настоящая бойня, или, как сказал один из наших комментаторов. Люди, которые писали нам по электронной почте во время шоу, застрелили индейку. Это просто непреодолимый дисбаланс, не так ли? Так оно и есть на самом деле. Во время Второй мировой войны и некоторых крупномасштабных боевых действий, которые происходили в Европе, соотношение убитых и раненых, как правило, составляло 1:1,21. Таким образом, победитель выигрывает на полях, а это значит, что они перемалывают их, а затем, в конце концов, они убивают на долю больше, чем их убивают. И таким образом они добиваются преимущества. Преимущество в соотношении 7 к 1 просто ошеломляет. И помни, что это делается с русскими в первую очередь в обороне. Ты прав, все в порядке. Так что держи соотношение 7 к 1 в течение минуты. Мы еще вернемся к этому вопросу. Я хочу посмотреть, или я хочу, чтобы ты прокомментировал формулировки в этих документах, в которых говорится, что война на Украине или система противовоздушной обороны Украины настолько деградировали, что к концу мая они сведутся к нулю или будут стоить ноль.
Можно ли этому верить? Это необычайно правдоподобно. В распоряжении любого человека имеется лишь ограниченный набор оборудования. Да и вообще ни у кого нет такого оборудования. Еще раз повторяю, мы уже говорили об этом раньше. Генерал Кавали, командующий американскими вооруженными силами, сказал, что масштабы и масштабы насилия выходят за рамки воображения. Все, что только могли себе представить представители НАТО. Никто, кроме России, не готовится к такого рода войне. Они единственные, у кого есть запасы этого оборудования и так далее. Украина не готовилась к такого рода войне, и единственная причина, по которой она сейчас не равна нулю, заключается в том, что НАТО прочесало весь мир в поисках замены украинцам советской эпохи, но в мире ничего не осталось. Больше ни у кого нет такого мощного зенитно-ракетного комплекса наземного базирования, как у нас. Так что, когда у Украины закончатся запасы, заменить их будет нечем. И, как говорится в документе, они закончатся где-то в мае. Все в порядке. Так что теперь давайте вернемся к соотношению убитых и раненых. У нас соотношение убитых и раненых составляет 7 к 1, и через 6 недель обороны военно-воздушной сил будет полностью разрушена. А теперь, имея это в виду, скажите мне, являются ли правдивыми следующие показания Гэри, сенатора Уикера и госсекретаря Остина? Скажите мне, являются ли правдивыми следующие показания свидетеля, госсекретаря Остина, данные под присягой? Что касается твоего оптимизма по поводу того, что Украина одержит верх, то именно об этом ты мне и сказал вчера. Так оно и есть. Так вот, украинцы нанесли русским значительные потери, и они истощили свои запасы бронетехники таким образом, что никто и представить себе не мог. И вот теперь мы видим, как Россия тянется к четверкам танков Т-50 и Т-55 из-за того уровня ущерба, который нанесли им украинцы. А тем временем и мы добиваемся этого. Так оно и было. Потянувшись к этим баллонам, вы демонстрируете, что нужно использовать, сэр. Это свидетельствует о том, что их возможности идут на убыль. И мы продолжаем наблюдать, как им бросают вызов артиллерийскими боеприпасами и другими вещами, и они обращаются за помощью к Ирану или к Северной Корее. Я думаю, что весной мы увидим активизацию боевых действий по мере улучшения условий для маневра. Как ты думаешь, есть ли реальный шанс добиться значительных успехов в Украине в период с сегодняшнего дня до начала зимы? Я верю, что такой шанс есть, и мы делаем все, что в наших силах, для того, чтобы у них была наилучшая возможность добиться успеха, сенатор. Почти так и есть. И, возможно, это лжесвидетельство, то есть лжесвидетельство, то есть преступление, потому что этот человек был под присягой в то время, когда он это сказал. И теперь мы знаем, что он знал, так что я поторопился с выводами. Мне нужен твой анализ, а не мой собственный. Аудитория уже слышала мой анализ. Мне просто очень нравится это высказывание. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить положительный результат. Это все равно, что отправить меня в тренажерный зал и побудить поднимать тяжести, чтобы я мог попробовать свои силы в команде «Миннесотские викинги» или еще в ком-нибудь. Я никогда не собираюсь играть в футбол NFL в моем возрасте, независимо от того, сколько весов я собираюсь поднять. Украина никогда не сможет победить Россию на поле боя, независимо от того, сколько желаемого за действительное вкладывает в это Ллойд Остин. Нет, Ллойд Остин знает правду. Проблема в том, что он играет в политику. Неужели он лжет, откровенно лжет? У него есть набор данных, которые были представлены ему, и эти данные не соответствуют политическим целям, которые ему было поручено реализовать Белым домом. И поэтому, когда он заседает в Конгрессе, это уже не первый раз, когда Ллойд Остин солгал перед Конгрессом. Не забывай, что в прошлом он давал показания по поводу Афганистана. Генералы и бывшие генералы лгут как нечто само собой разумеющееся, когда они дают показания Конгрессу. Мы видели это на примере Афганистана в течение 10 лет. Они не знают, как говорить правду, потому что правда часто расходится с политическими целями, выдвигаемыми их политическими хозяевами. Здесь администрация Байдена прямо заявила, что мы не можем добиться победы России. Мы просто обязаны это сделать. Сеймур Хирш только что опубликовал сегодня важную статью, в которой говорится о том, что он сказал. Он сказал, что Соединенные Штаты готовят серьезные дипломатические усилия, чтобы вовлечь их в этот конфликт. А это означает, что они готовятся положить пакет мер на стол для рассмотрения России. Но непременным условием является то, что Россия первая должна проиграть. Так что единственный способ, которым мы можем вести дипломатические переговоры с русскими, это если Россия проиграет. По последним новостям, Россия не собирается проигрывать. Россия обязательно победит. Это будет решающий поединок. Мы одержим победу. Так что, Скотт, сделай все, что в твоих силах, съезжая с трапа. Теперь нам, возможно, придется вмешаться в национальную политику, и ты всегда можешь это сделать. А что же такого необычного придумал Джо Байден или Джо Байден, Тони Блинкен и Ллойд Остин для себя соорудили?
Какой же заслуживающий доверия выход есть для Соединенных Штатов, которые выберутся из этой ситуации? Этот выход будет похож на тот, который мы сами себе устроили в Афганистане, а это катастрофа, фиаско. Скорее всего, это будет организованный вывод войск из Афганистана. В итоге мы получили 6 американских военнослужащих, окруженных в международном аэропорту Кабула, отчаянно выбрасывающих войска с телами, падающими с самолетов. И Джон Кирби говорит, что это хорошо. В этом нет ничего хорошего. Это был полный провал. И в отношении Украины нас ждет полный провал. Так оно и будет в буквальном смысле этого слова. Не забывай, что у нас уже был этот разговор в прошлом. Ты спросил меня, сколько человек, сколько американских сапог стояло там на земле. Самое интересное в этом документе то, что в нем точно указано точное число погибших. 100 человек. Сотрудники Госдепартамента Министерства обороны, сапогами ступайте на землю. Сейчас начнется настоящая борьба за то, чтобы вытащить их оттуда и вытащить всех американцев, которые отбывают наказание. Я имею в виду, что суть дела в том, что украинцы вот-вот рухнут. Они могут попытаться предпринять что-то вроде контратаки. У них ничего не получится. Все это будет уничтожено. И когда не останется ничего, что могло бы их поддержать, русские начнут мощное наступление. Я уже говорил это раньше и повторю еще раз. Эта война закончится к концу лета, в начале-начале осени. В документах также говорится, что на местах дислоцируется около 50 британских сил специального назначения. Соединенные Штаты никогда не отрицали наличие у них своих сил специального назначения. Они утверждают, что они находятся на территории посольства в Киеве. Если ты думаешь, что силы специального назначения будут жить в подвале посольства, то я думаю, что это звучит фантастично. Но министр обороны Великобритании отрицает факт присутствия там британцев, а значит, скорее всего, так оно и есть. У тебя есть хоть какое-нибудь представление о том, кто этот человек, не по имени, а по описанию должности, который мог бы обнародовать эти документы? А есть ли у тебя какие-нибудь предчувствия по поводу того, что будет дальше? Эти книги вышли в свет 2 сериями в прошлый вторник, а затем в Страстную пятницу. Я имею в виду, что имеющиеся улики свидетельствуют о том, что это был кто-то, кто физически присутствовал при подготовке или проведении брифинга. Это кто-то, кто вытащил их из Пентагона, из Объединенного комитета начальников штабов, сложив их и засунув в свою униформу, контрабандой вывез. Так что это тот самый человек, который, честно говоря, скорее всего, будет пойман. Я не понимаю, как им удается избежать того, чтобы их здесь не поймали. И я знаю, что это немного похоже на жизнь в рекламе, но они должны быть пойманы. И причина, по которой я это говорю, заключается в том, что да, я верю в солнечный свет так же сильно, как и все остальные. Но существовали важные интеллектуальные источники и методы, которые были скомпрометированы этим. На этих документах были нанесены классификационные пометки, указывающие на то, что часть этой информации поступила со спутников национальных технических средств. И если русские действительно так хорошо, как я думаю, и они так же хороши, как и я могу взглянуть на этот документ и точно сказать тебе, откуда он взялся. А это значит, что я могу закрыть его. А это значит, что русские так и есть. Так что это нанесло ущерб национальной безопасности. Я знаю, что это должно было помочь разжечь дискуссию, но это нанесло ущерб национальной безопасности. Вполне вероятно, что этот человек придерживается тех же идеологических взглядов на войну, что и ты, МакГрегор, я и все остальные, кто наблюдает за нами сейчас. А именно, что это бесполезный, расточительный, контрпродуктивный поступок для американцев. Другими словами, это не тот человек, который ненавидит правительство. Перед вами Эдвард Сноуден, который хочет показать, что правительство делает что-то не так. Я думаю, что это тот человек, который наблюдал за тем, как Ллойд Остин и другие люди делали свои публичные заявления и понял, что в основе этих заявлений лежала ложь. И поэтому они стремились опубликовать документы, которые показали бы, что публичные заявления администрации Байдена сформулированы на основе лжи. И я понимаю, к чему клонит их сердце, и я им сочувствую. Я повторяю, у меня просто возникает проблема, когда вы публикуете информацию, которая подвергает риску источники и методы разведки. Потому что, в конце концов, наша национальная безопасность заключается не в защите плохой политики, а в обеспечении того, чтобы наше разведывательное сообщество могло собирать информацию, необходимую им для консультирования президента по вопросам во всем мире. Существуют критические проблемы. Так вот, Адам Кирби публично посоветовал людям не читать их, что, конечно же, является абсурдом. А потом он сказал вот что, Гэри. Мы не знаем, кто несет за это ответственность, и мы не знаем, есть ли у них еще что-то, что они намерены опубликовать. Так что мы внимательно следим за происходящим и следим за ним, насколько это в наших силах. Но истинный и честный ответ на твой вопрос таковы: мы ничего не знаем. Это очень интересное наблюдение. Я думаю, что он боится еще больше, но я просто читаю это по его лицу. Ты можешь читать по его лицу так же хорошо, как и я, а может быть и лучше. Здешние следственные органы, скажи нам, есть ли в этом какое-то значение, Скотт, не являются сотрудниками Министерства обороны. Это Министерство юстиции США. ФБР расследует этот вопрос.
А Министерство обороны, у которого есть свои собственные инструменты расследования и активы, некоторые из них, знаете ли, так же хорошо подготовлены, как и агенты ФБР. Неужели Министерство обороны не доверяет своим собственным людям расследовать это дело? Зачем впутывать ФБР в нечто подобное, если речь идет не о преследовании грабителя банка? Речь идет не о том, чтобы заискивать перед террористом и заставлять его говорить негативные вещи на пленку, как это делает ФБР. Речь идет о ограниченной группе людей, имевших доступ к этому материалу, один или несколько из которых допустили утечку информации. Вы из ФБР или Министерства обороны? Ну, я думаю, что если бы речь шла только о документах, которые были опубликованы в документах, оригиналах стенограммы документов, то это могло бы быть оставлено в категории Министерства обороны. Если распространить эту информацию на ФБР, то это говорит мне о том, что вторая расшифровка стенограммы и другие документы поступили из разных источников. А это означает, что речь может идти о более широком заговоре с целью разглашения информации. И я послушаю Джон Кирби, я не являюсь поклонником Джона Кирби, но мне почти стало жаль его, потому что это человек, который сидит и смотрит катастрофе прямо в глаза. Потому что они, похоже, провели собственную оценку риска того, что было выпущено, и они знают, что многое еще предстоит сделать. Там гораздо больше всего интересного. Это всего лишь верхушка айсберга. Это эквивалент документов Пентагона. Когда эта информация будет обнародована, ложь, которую администрация Байдена поведала американскому народу о войне на Украине, будет разоблачена. Американский народ начнет задавать те же самые вопросы, которые вы задавали здесь. Почему мы это делаем? Почему мы подвергаем украинский народ этой катастрофе? Почему Соединенные Штаты идут по этому пути? И готового ответа на этот вопрос не будет. И я думаю, что администрация Байдена отдает себе отчет в том, что в будущем нам придется вести довольно сложную бухгалтерскую отчетность. Именно поэтому Кирби не хочет, чтобы ты читал эти документы, а не потому, что он так же, как и я, озабочен национальной безопасностью. Он обеспокоен тем, что это обернется политической катастрофой для администрации Байдена. Я рад, что ты сравнил это с документами Пентагона. Моя колонка по четвергам, которая выходит поздно вечером в среду, сегодня вечером заглавлена снова документ Пентагона, в которой я излагаю аргументы и немного рассказываю об истории. Я рассуждаю немного иначе, чем ты. Я утверждаю, что эти люди — герои, мужественные люди, особенно в свете того, что генерал, извините меня, госсекретарь Остин лжет. Всего лишь одно исправление. Я вовсе не хочу сказать, что они не герои и не патриоты. Я просто хочу сказать, что они нарушают закон. Вот в этом-то и вся разница. Иногда тебе приходится нарушать закон по уважительной причине, но ты также должен понимать последствия того, что ты делаешь. И я, знаешь ли, во многих случаях верю, что, например, если бы я собирался нарушить закон так, как это сделал этот парень, я бы очистил этот документ и удалил материал, который выдавал источники и методы получения разведывательной информации. Ты прав. Так вот, когда Дэниел Элсберг передал газетам «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост» 7 страниц документов, которые доказывали, что ЛБДЖ и его генералы лгали. Именно это и произошло в администрации Никсона. И Верховный суд в рекордно короткие сроки вынес решение по делу документа Пентагона, в котором говорилось, что законные средства массовой информации могут публиковать материалы, представляющие материальный интерес для общественности, независимо от того, каким образом они это получают. Элсберг был привлечен к уголовной ответственности за шпионаж. Судебное преследование было прекращено, когда во время судебного разбирательства агенты ФБР сломались. Это печально известная часть американской истории. Агенты ФБР ворвались в кабинет его психиатра, психиатра Элсберга, чтобы забрать его медицинскую карту, чтобы передать ее федеральным прокурорам для перекрестного допроса на суде. Когда адвокат защиты рассказал об этом федеральному судье, он отклонил обвинительное заключение. На этом дело было закончено. Он отправил присяжных по домам, и правительство было не в состоянии подать апелляцию. Но, по-твоему, он был привлечен к уголовной ответственности. Правительство, администрация Никсона с удовольствием привлекли бы к ответственности газеты «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост» с удовольствием, но Верховный суд сказал: «Забудьте об этом». Они помнят знаменитые слова Дэниела Элсберга о том, что кто-то сказал: «А ты не боишься, что тебя посадят в тюрьму?» И он сказал: «Разве ты не сел бы в тюрьму, чтобы остановить несправедливую войну?» Итак, вот и нашелся человек, который принял решение. Он настоящий патриот. Он настоящий герой. Я вовсе не осуждаю людей за то, что они так поступают. Я просто хочу сказать, что у некоторых из этих вещей тоже есть и обратная сторона медали. Я не совсем с тобой согласен. Единственная причина, по которой Сноуден не сидит в тюрьме, заключается в том, что он находится в России. Правительство будет активно преследовать его. Через пару минут мы сравним российское преследование Эвана Гершковица с американским преследованием Джулиана Ассанжа.
Прежде чем мы это сделаем, я хочу, чтобы вы прокомментировали довольно странное заявление, сделанное президентом Зеленским. Теперь он произносит это на своем родном языке. Вот вам перевод. Перевод звучит так, как будто он сделан компьютером, а не человеком. Так что этот рассказ будет относительно кратким. Мы собираемся воспроизвести его дважды. Но скажи мне, каковы, по твоему мнению, шансы на то, что украинский флаг будет развиваться над Крымом? Я ничего такого не выдумываю. Послушай внимательно. Мир должен знать, что уважение и порядок вернутся в международные отношения только тогда, когда украинский флаг вернется в Крым, когда там будет свобода, как и везде в Украине. Мир должен знать, что уважение и порядок вернутся в международные отношения только тогда, когда украинский флаг вернется в Крым, когда там воцарится свобода, как и везде в Украине. А теперь скажите, это предназначено для внутреннего потребления, или он совсем сошел с ума? И то, и другое вместе взятое. Я имею в виду и то, и другое. Чего Зеленский не понимает, так это того, что 96% населения Крыма настроены пророссийски. Так вот, когда он говорит о том, что свобода придет в Крым с украинским флагом. Как ты можешь говорить о свободе, когда 96% людей не хотят, чтобы ты был там, Зеленский? Они русские и навсегда останутся частью России. Во-вторых, это высокомерие и высокомерие, которые говорят о том, что мир вращается только вокруг Украины. Что каждый аспект глобального взаимодействия определяется Украиной и только Украиной. Этот человек сошел с ума. Он представляет угрозу не только для украинского народа и для него самого, но и для всего мира. И я думаю, что люди должны понять это, что это человек, которого мы давным-давно должны были перестать поддерживать, потому что он не только собирается помочь приблизить конец Украины, но и делает все возможное, чтобы приблизить конец света. Остановится ли Путин, когда он достигнет своих целей, чего-нибудь кроме Киева? Я в это верю. Я полагаю, что президент России совершенно ясно выразился 21 февраля, когда говорил о том, в чем заключаются цели России. А именно, обеспечение социального и экономического благополучия народа России. Это включает в себя Крым и 4 территории, которые были аннексированы и которые обеспечили свою безопасность, разгромив украинскую армию и освободив или денонсировав украинское правительство. Так вот, если Украина решит продолжать этот конфликт, то, вероятно, возникнут дополнительные последствия, и они могут потерять еще больше территорий. Но прямо сейчас, если бы российские условия были выполнены, Россия прекратила бы эту войну прямо сейчас. Они не заинтересованы в приобретении территорий. Займитесь бизнесом. Хорошо, переключаю передачу. Эван Гершкович, молодой человек из Нью-Джерси, репортер Wall Street Journal, арестованный российскими агентами безопасности на прошлой неделе. Позволь мне начать с общего вопроса. Привлекает ли ЦРУ когда-нибудь американских журналистов для работы на него? Или же агенты ЦРУ когда-нибудь выдают себя за американских журналистов? Ответ на этот вопрос утвердительный. И ЦРУ признала это еще в 1996 году, когда ЦРУ и Конгресс спорили о статусе некоторых ограничений, которые были наложены на ЦРУ после слушаний в Церковном комитете в 1970-х годах. ЦРУ должно было признать, что в редких случаях они говорили, что у них действительно есть сотрудники ЦРУ, которые действуют под журналистским прикрытием. А это означает, что они выдают себя за журналистов, а это означает, что ЦРУ обращается к журналистским институтам, таким как, скажем, новости США и всемирный репортаж. Как они поступили с мистером Даниловым, Николасом Даниловым, который был журналистом? Я агент ЦРУ. Независимо от того, был ли он действительно подготовленным сотрудником ЦРУ или журналистом, работавшим от имени ЦРУ, он определенно участвовал в этом процессе. И я думаю, что Эван Гершковец относится к тому же типу людей. Может быть, он и не является офицером ЦРУ, прошедшим школьную подготовку, но он определенно журналист, который работает рука об руку с ЦРУ. Ты бы не приехал в Екатеринбург в поисках секретной информации о российском производстве ракет «Калибр». Если бы ты был журналистом, то именно этим и занимаются шпионы. Россия находится в состоянии войны. Американец пытается получить секретную военную информацию о российском производстве во время войны. В России есть такая же служба безопасности, как и у нас здесь, называемая ФБР, в обязанности которой входит защита национальной безопасности государства и правительства. Американский журналист находится за сотни и сотни миль от того места, где он живет и работает. Сейчас он арестован и будет привлечен к уголовной ответственности.
Есть ли существенная моральная разница между российским судебным преследованием Эвана Гершковича и американским судебным преследованием, если хотите, пытками Джулиана Ассанжа? Джулиан Ассанж был издателем. Так вот, он опубликовал полученную им информацию. Я думаю, правильнее было бы спросить, есть ли существенная разница между Эваном и Брэдли Мэннингом, Челси Мэннинг, человеком, который передал эту информацию Джулиану Ассанжу. Джулиан Ассанж не собирал эту информацию. Он не был специалистом по сбору разведывательных данных. Он был издателем, который получал информацию. Он был на 100% защищен документами Пентагона. Но да, в соответствии с Конституцией Соединенных Штатов Америки, он находится под защитой решения Верховного Суда. Это не помешало администрации Трампа или администрации Байдена пригласить его и преследовать его. И это не помешало британцам подвергнуть его пыткам в форме пыток в одиночном заключении в адской дыре, в самой ужасной тюрьме, принадлежащей Великобритании. Ты прав на 100%. Непрекращающиеся пытки, а именно пытки и убийства Джулиана Ассанжа, это то, против чего должен выступать каждый американец и каждый свободолюбивый человек во всем мире. Сейчас я вовсе не хочу тебя обнадеживать. Хотел бы я, чтобы Эван вернулся домой к своей семье. Я готов на все 100%. Послушай, мы делаем это постоянно. Обмен шпионами происходит постоянно. Неужели Соединенные Штаты когда-нибудь прямо признают, что Эван работал по поручению ЦРУ? Нет, они не могут этого сделать. ЦРУ этого не допустит. Но у нас есть несколько подсказок относительно того, почему это уже произошло, и мы это признали. Расскажи нам об этом. В российской тюрьме сидит морской пехотинец мистер Уэйлен, который был арестован и обвинен в шпионаже. А теперь посмотрите. Смотрите, как обошлось с ним правительство Соединенных Штатов. Мы совершенно не обращали на него внимания. Не может быть и речи о том, что он был несправедливо арестован и так далее. Когда в 1986 году Николая Данилова арестовали, мы сразу же выскочили наружу и сказали, что он находится под защитой. Он был несправедливо арестован и так далее. Почему же так? Потому что мы знали, что он работал на ЦРУ, и мы должны были это сделать. Мы проделали то же самое и с Эваном. А почему бы и нет? Потому что мы знаем то же самое, что известно русским. Вот в чем дело. Когда мы добивались освобождения Николая Данилова, мы знали, что у КГБ есть на Данилова. У них были телефонные разговоры, перехваченные разговоры. Мы так и знали об этом. Мы знаем, что у них есть на Эвана. Мы знаем, что Эваном руководила ЦРУ. Мы знаем, что русские знают о том, что происходит в этом направлении. И если дело дойдет до судебного разбирательства, это поставит Соединенные Штаты в крайне неловкое положение. Так что мы сделаем все возможное, чтобы вернуть этого мальчика домой, к его семье. И я надеюсь, что он действительно вернется домой, к своей семье. Но мы также должны понимать это, и каждый журналист должен понимать это. До тех пор, пока ЦРУ использует журналистов для прикрытия своей тайной деятельности по сбору информации, все вы подвергаетесь риску, потому что ко всем вам будут относиться с презрением. Скотт Риттер, у вас потрясающий анализ. Большое вам за это спасибо. Я вам очень признателен. Мы знаем, что ваше время очень ценно. Количество людей, наблюдающих за вами и комментирующих это, ошеломляет своей верой в то, что вы говорите, и благодарностью за то, что вы это сказали.